Всем привет, друзья! Значит, чтобы открыть или закрыть окна на Mercedes, надо держать вблизи к инфракрасному датчику. Вот, например, вот так открываю и держу кнопку открытия двери, и открываются все окна. Опускаю, и окна останавливаются. И вот эта функция уже сдалека не работает. Вот, допустим, отсюда уже эта функция не работает. Через 2 метра уже эта функция не работает. И тем более это на новых автомобилях. А на 211 или там 203 кузове должны держать еще ближе. Или надо ремонтировать инфракрасный датчик. Если даже ремонтировать инфракрасный датчик, то максимум 2 метра, не больше. Сейчас мы установим блок, самодельный блок, который собрал мой друг, и установим на этот автомобиль. Но процесс установки та же, что и на 211, 203, 210, не знаю, в конце скажу, и так далее. Подключайтесь к проводам коншине здесь, и там надо постоянный плюс и минус. И все, сейчас весь этот процесс покажем, и вы можете сами установить на свой автомобиль, так как это очень просто. Снимайте аккуратно, чтобы ничего не сломать. Вот это самодельный блок. Чехол сделан на 3D принтере. На 211 провода камбуз в основном на правой стороне. Вы можете подключить на правой стороне, но есть и на левой стороне провода. Вы этот болт не снимите. Мы разбирали на этом автомобиле обшивку первый раз, поэтому не знали, как сделать это. В этой бухте проводов находите провода камбуса. Они замотаны друг к другу. Один провод коричневый, а другой коричневый с красной полоской. Минусовой провод можете подключить вот здесь. Можете ставить под этой гайкой. А постоянный плюс подключите к красному проводу.
Провода на блоке то же самое, один коричневый, другой коричневый с полоской. Дверей при первом нажатии закрываются замки, при втором нажатии поднимаются стекла. Сначала поднимается стекло водителя, а потом все три остальные. И ключ мы никуда не направляем. Далее, если нужно спустить все стекла, нажимаем, открываем двери второй раз. При третьем нажатии стекла спустятся. Сначала водительская дверь. Потом все три остальные. Потом все остальные. Значит, почему мы нажимаем три раза? Потому что, как я уже показал, есть на этой автомобиле два режима. Один раз нажимаете
кнопку «Открыть» открывается только водительская дверь. Второй раз, когда нажимается, открываются все двери. Поэтому третий раз спускает окна. Вот, нажимаем один раз. Закрывается водительская дверь, а потом все остальные окна. Вот отсюда, сдалека, давайте раз, второй раз, допустим, нажимаем и открывает все двери, и уже третий раз спускает все окна. Сначала водительская дверь, а потом все остальные через несколько секунд. Ну, 2 секунды, 3 секунды. Блок собрал мой друг. В комментариях можете написать ему, если надо. Кому надо, он отправит блок. Этот блок тоже можно ставить на 211. 211, 203, 219. Ну, еще сейчас 164 будет скоро. 164. И, естественно, 212. 204 тоже. 204 тоже. 212, двери автоматически закрылись. И мы один раз нажимаем на закрыть, и окна закрываются. Ничего нажать не надо. Это очень крутая функция. Ну, это, естественно, надо поставить блок отдельно. Всем спасибо, всем удачи на дорогах.